А тем временем до Нового года остается меньше недели. По всей стране стартовали елки для детей. В эти выходные такой праздник состоялся для жителей ЖК «Атлант». Об этом рассказывает наш корреспондент. ЖК «Атлант» – современный комплекс, который начали строить с октября 2012 года. Сдано 4 корпуса домов на 561 квартиру. Транспортная доступность, практически центр города, инфраструктура, комфортное жилье – причины, по которым эти дома выбирают семьи с детьми. Здесь всегда заботятся о том, чтобы дети и взрослые жили в радости и в согласии. Именно поэтому компания, специализированный застройщик «Атлант», проводит новогодние праздники. Доброй традицией спецзастройщика «Атлант» проводить ежегодно в канун Нового года детский утренник для маленьких, для самых маленьких наш, для подрастающего поколения. Вот такой утренник с подарками, с Дедом Морозом, с хороводами. Маленькие жители ЖК «Атлант» в эту субботу оказались в фантастической стране праздника, смеха и веселья. Дети познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в развлекательных играх и получили массу незабываемых впечатлений. Я жду от этого праздника счастья, друзей, еще больше друзей, хороших отношений с семьей и так далее. Мне здесь нравится жить, уже живу как 3 года. Праздники классные, конфеты вкусные. Мы живем первый год, нам очень здесь нравится. Увидели объявление, что будет елка, с удовольствием собрались с детьми, все утро собирались и вот пришли. Ждем Нового года, Деда Мороза, елочку. Поздравить с наступающим Новым годом жителей жилого комплекса «Атлант» пришла представитель «Газпромбанка». Банка, который финансирует строительство этих комфортных современных домов в нашем городе. А с ипотекой от «Газпромбанка» осуществить свою мечту стало еще проще. Поздравляем вас с наступающим 2024 годом. Желаю вам здоровья и всех благ. В завершении праздника все маленькие жители получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В будущем на елке «Атланта» будет еще больше детей, ведь жилой комплекс расширяет свои границы. Сейчас строятся 2 новых корпуса, которые будут сданы в 2025 и в 2026 годах. А это значит, что еще 450 тверских семей смогут переехать в новые удобные квартиры с индивидуальным отоплением.